И всем привет! Сегодня с вами Даша. Сегодня мы будем играть «Милая малышка. Салон красоты 3». «Салон красоты 3». Вот такая «Милая малышка». Это, кстати, новая игра. Первый день 200 рублей. Легко. Теперь будем играть. Вот такие у нас девчонки. Еще ничего не сделали. Ни маникюр, ни педикюр. Сейчас им всем нарядим прически. Какие у нее длинные волосы, как у Рапунцель. Да, девчонки? Вы, наверное, девчонки знаете, а мальчишки, наверное, не знают. Подстригаем. Вот так вот красим. Теперь у нас получились какого цвета-то? О, теперь можно любого. А давайте попробуем. О, розовая пена. Синяя пена. Зеленая пена. Ну, я зеленый хочу. Ну, за что-то мне неохота. А вдруг будет зеленые волосы. Ну, посмотрим. Теперь все это смываем. Ну, просто это такая пена, ребятки. Теперь сушим волосы. Теперь у нее волосы, как у меня. Ну, это выровняние. Это что? О, нет, это она разлохматилась. Сегодня я хорошо заплелась, кстати. Не замахла. Ну, вы поняли. Давайте дальше. Ну, это как-то тоже. Давайте так. Так хотя бы получше. Да, в общем, мне нравится эта прическа. Ну что, милая малышка? Давайте ее назовем Элли. Помните, это вот этого производителя была больница. Помните, была где зеленая девочка? Это вот это вот была зеленая девочка. Она просто превратилась потом. Ну, посмотрите на меня лицо. Правда же похоже. И, кстати, ребятки, напишите в комментариях, какие вам нравятся. Напишите в комментариях, какие вам нравятся карты Roblox. У нее желтые волосы. Мы получаем 20. Подождите, это... 50. Я уже запуталась, сколько мы денег получаем. Вот цветочек. Маленький цветочек. Возвращаемся обратно. Нажимаем на маникюр. И сейчас мы будем делать маникюр. А даже педикюр. А, это вот такая штука, которая делает пяточки, как у младенца. Ну, взрослым. Теперь будем красить лаком. Давайте сделаем желтый лак. Хотя розовый можно. А, вот так. Так. Вот как. Только надо еще... Бадюсечку. Все. Бадюсечку поправила. Какие красивые. Теперь надо колечко. Теперь тату. Давайте такую. Вау. Теперь браслетик. Давайте такой. Самый-самый последний. Это очень-очень красиво. Мне понравилось. Сердечко. Вау, мы первый уровень прошли. И получаем такую штуку. А, это чтобы делать стрелочки. Поняла. Это легко. Такая мини-задание. Мини-задание. Точно. Вот такая милая малышка у нас, Элли. А дальше надо придумать им имя. Как же они без имя обойдутся?
как раз будем играть и придумывать имя. Привет! Давай тебе покрасим волосы. У тебя очки разбились. Теперь надо прыщи. Как мы играли в игру Прыщ. Помните? Недавно. Прыщ. Игра Прыщ. Вот. Как раз это тоже почти прыщ. Ну нет. Это милая малышка, салон красоты, трени. Сейчас мы делаем маску, а это, я думала, покрасить волосы. Это, оказывается, маска. Черная маска. Ну, бывают такие огурцы на глаза. Ложимся и проходит там часик. Снимаем маску как-нибудь. И вытираем то, что осталось. Мы получаем 10, 10 и 30, 50, по-моему. Маску тебе мы сделали, теперь прическу. Теперь будем ней намыливать волосы. Делайте все за мной, только своими руками. Да ладно, играйте со мной лучше. Да, ребятки? Теперь сушим волосы. И нос почешем. Что здесь-то? Сейчас вы это выровнять, это делать кудряшки. А это что? Это что за степлер? А-а-а, сосиски. Сосиски из волос. Волос. Сосиски из волос. Это как-то смешно. Мне просто реально смешно. Сосиски. И вот так вот. А, ребятки, вам это понравилось? Сосиски из волос. Тоже. Мне нравится. Все. Теперь эта девочка довольная. Прям улыбается. Ну, давайте как-нибудь назовем, я уже выше, но... Мила. Точно, Мила. Теперь вот это. А как тебя зовут? У меня нет имени. Как нет имени? Может быть, тебя назовем Маша? Конечно же, мне это нравится имя. Ну да, ребятки, а напишите в комментарии, как вас зовут. А меня зовут Даша. Теперь выбираем. Вау! Обычно. Ну, как-то так. Ну, почти лайк. Только вот так. Круче. Тоже как-нибудь. Почти лайк. Тоже красиво. Лайк. Я бы лучше выбрала вот это. Как сказать? Вот это что ли? А двухцветное точно. Забыла вот. Вот это вот. Вот красиво. На двух глазах. Смотрите. Теперь дальше. Ребятки. Надо сделать стрелки. Какие сделать? Я хочу большие стрелки. А, ну это чтобы внизу, понятно. А мне надо стрелки. А, вау. Вот с карандашом. Это лучше, я бы сказала. Так бы. Вау. Вообще, ребятки, супер. Супер-пупер. Сейчас будем дальше. Дальше. Будем дальше. Вау, как красиво, ребятки! Я сейчас упаду в обморок. Упала. Вау. Круто. Теперь помадой красимся.
Помадка, помадка. О, теперь она страшная. Наша Маша. О, наша Маша. Я уже сама перепутала. Какие молодцы, ребятки. Ну, а где здесь переодевалки? Я хочу кого-нибудь переодеть. Это переодевалки. Это не переодевалки. Мне надо другие переодевалки. Пошлите сюда. Ладно, здесь не заходится. Ну, ребятки, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Сегодня мы играли «Милая малышка, салон красоты 3». Всем пока. Пока-пока.